10 роликов надо посмотреть. Ну ладно. Я пока обновлять ничего не буду. Выберу скороход. Принял. Опа, открыты новые чертежи. Ну, посмотрим. Новое. Можно делать радио. Чоппер. Сундук. Это что, копье? Копьем, наверное, зомбаков повеселее будет лупить. Костер. Грядка. Это что, водосборник? Ух ты, прикольно. Кепка. Смотрите, шмот появился. Можно создавать себе, видимо, на верстаке разную одежду. Прикол. Я еще тут и швеей буду, мотористкой работать. Подрабатывать. Будку можно. Вольер для собак. Вообще классно. Питомцы все можно заводить. Плотницкий стол. И могу создавать бинты. Неплохо. Очень даже неплохо. Фак ел. Факел и вон какая-то хрень. Смотрите. Дробящее оружие, способное к тому же освещать путь. Видите, пуля как бы и такие снежинки нарисованы. Интересно. Вот нигде такого нет, а здесь есть. А что это значит?